хотел сказать, парни. Замечательно. Сейчас парень зажжет лучину. А как мы игра называется, кстати? Вообще название на языке на азиатском произносится как черень-толмыть, что в переводе означает мышиные огоньки. Да, мышиные огоньки. Сегодня у нас мышиный огонек – это бенгальский огонь. Есть зажигалочка? Итак, парень под именем Миша зажигает этот бенгальский огонь. Нет, уже под именем Саши, если не ошибаюсь, зажигает этот бенгальский огонь. А можно сделать чуть-чуть больше степени, а то как-то, наверное, будут все смущаться. Зажигает бенгальский огонь и передает это девушке. Девушка кланяется другой девушке, передает этот бенгальский огонь. Другая девушка кланяется другой девушке. На ком бенгальский огонь, то есть тлеющая лучина, которая называется черень. Толкне, та девушка целует всех парней. Пока не за что аплодировать, еще не нашлась та девушка, не расходимся. Я же говорила, будет без раздеваний, понимаете, это вам не бутылочка игра. Это древняя азиатская игра, все. Про тлеющую лучину. С элементами эротики. Почти. Давайте. Под музыку все это делается. Легкую музыку какую-нибудь. Какую-нибудь поставь, Валя, нам музыку. Закончил, сейчас дальше продолжится. Подожди, еще не так.
платок, да, завязываем парню платок, глаза платком. Попал, кто-то сказал, да. А девушка весело, сейчас они отомстят. А теперь выводите его в кружочек, да? Вот, девушки, давайте меняйтесь местами быстренько. А парень? Да, давай.